В Шымкенте завершился суд над членами организованной преступной группы, которая с 2009 по 2012 год открыла несколько лжепредприятий. С ними заключались псевдосделки по оказанию услуг, выписывались фиктивные счета фактуры, после чего производилось обналичивание денежных средств. На скамье подсудимых 13 человек, среди них экс-заместитель начальника областного налогового департамента. Им предъявлено обвинение по нескольким статьям, в том числе создание ОПГ, лжепредпринимательство и уклонение от уплаты налогов. Бывшему налоговику также инкриминируется превышение должностных полномочий. Ущерб государству нанесен более чем на 18 миллиардов тенге. Четверо активных членов ОПГ приговорены к 6 годам лишения свободы. Также понесли наказание лица, которые оказывали помощь в составлении фиктивных документов. Два подсудимых попали под амнистию, были освобождены из-под стражи в зале суда. С одного задержанного сняли все обвинения. Путем подделки документов на вымышленные лица были открыты лжепредприятия. Значит, руководителем этой организованной преступной группы на своих родственников, знакомых были также открыты другие предприятия для заключения мнимых сделок. Руководитель группы приговорена к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Также высокопоставленное лицо налогового комитета также привлечено к уголовной ответственности по 8 годам 6 месяцам лишения свободы.